под каждым видео, да, то есть очень много начали задавать вопросов, девчонки выгружают видео, и получается не совсем правильно, не совсем красиво, потому что минимальные настройки, они должны быть у вас всегда. Во-первых, это, конечно же, красивая аватарка на видео, да, вот смотрите, как красиво, да, аватарка стоит, или вот такая вот аватарка, да, то есть, конечно же, это абсолютно разные вещи, да, то есть вот аватарка стоит, как успешно стартануть в бизнесе, да, путеводитель по сайту, да, то есть работа с каталогом, да, то есть это то, что вы должны обязательно создавать что-то очень-очень такое красивое, да, и давайте с вами сейчас сравним. Допустим, я снимаю видео про распродажу и выпустила его таким вот образом, да, или я снимаю видео про новинки и выпустила таким образом, или я, к примеру, снимаю видео абсолютно другого формата, как будто бы кажется, да, но я снимаю его красивее, да, то есть и делаю, допустим, вот такую вот заставочку, да, то есть пустышки, и такое видео, оно более такое популярное, когда я что-то вот подписываю, да. Также можно сделать свою визитную карточку. Делается она очень просто, да, то есть можно даже в презентации PowerPoint, да, то есть, ну, где угодно, да, то есть берете, делаете, ничего страшного нету, да, вот, да, видите, вот Ольга Пенина как красиво сделала, да, то есть свое фото, мои пустые баночки и фото пустых баночек, да, то есть далее, прямо на фото можно подписать заказ Faberlic 18-2018, да, или вот обычная фотография, да, то есть вы видите, как оно выглядит, где-то лучше, где-то хуже, да, то есть, то есть вы имеете сравнение, да, на какое видео вы нажмете, вот на это, да, или сами, да, ориентируйтесь, или вот, к примеру, на видео вот это, да, потому что тут уже написана тема, да, то есть вы экономите время людей, да, то есть пустышки, пустышки, тут уже все видно, и такое фото более привлекательно получается именно для вашей команды, да, то есть вот, допустим, Наталья Анисимова недавно выложила, да, пишем посты, тут вот мелковато, да, то есть я особо не вижу, когда она будет в боку в поисковике появляться, это, конечно, картинка говорит о том, что слишком мелко, а вот, допустим, Татьяна Гартингер выложила видео, выложила свою вот эту вот, да, превьюшка это называется, выложила свою превьюшку, и она уже более четкая такая, более такая продвинутая, и на это будут дело больше кликать, потому что они видят именно какая тема, да, то есть не только читают, но и видят человека, кто им что будет рассказывать. Конечно же, фото должно быть успешное, красивое, да, то есть эстетическое, да, то есть там никакого вина, никаких размазанных фотографий, да, там никаких лохматых женщин там на фонах ободранных диванов, там все такое прочее, это вы, конечно, все понимаете, да, вот, да, там самое минимальное, что вы должны выглядеть красиво, эстетично, хорошо, чтобы вас люди хотели смотреть. Далее, что мы с вами делаем, да, то есть, когда мы с вами загружаем какое-либо видео, да, то есть через добавить видео, мы с вами делаем что? Ну, я вот сейчас, вчера вот Джахангир Авлихаджаев с Таджикистана, будущий наш бриллиантик, сейчас он рубин с 5 ветками директорскими, да, то есть создал нам вот такое вот видео. И я это видео загружаю, и как вы видите, у меня тут много всяких тегов, хэштегов, и вот тут вот у меня как раз таки идет, так, что это такое, не знаю, да, то есть у меня идет мой канал, регистрация на бизнес, покупок с подарками, ссылка на мою лендинговую страницу, да, то есть давайте сейчас с вами посмотрим, так, это моя страничка ВКонтакте, да, то есть что такое лендинговая страница, это сайт «Век роста». Вот, да, то есть человек, пройдя по этой ссылке, может посмотреть видео рекрутинговое, может зарегистрироваться у вас в проекте, да, может почитать, почему работа на дому привлекательна, да, может почитать основные выгоды проекта, то, что у нас тут есть и чаты для работы, и все такое прочее. То есть вы полностью оформляете, полностью получаете бесплатный, готовый для работы рекрутинговый лендинг, который вы можете делиться везде, во всех соцсетях, во всех, да, то есть
мессенджерах, да, то есть и также, конечно же, на своем YouTube, если вы его собрались развивать правильно с самых первых дней, да, то есть это видео именно о минимальных настройках, которые обязаны быть у вас, если вы хотите действительно, кстати, это реальные регистрации, да, то есть за каталог бывают реально у нас по 8, по 10 тысяч, поэтому это, конечно, реальные настройки, но они идут именно через сайт Викроста, это реальные цифры. Также еще люди просто так скидывают данные в соцсети и так далее, и получаются вот такие вот крупные цифры, суммы и так далее, да, то есть тут все за вас этот лендинг рассказывает, поэтому обязательно его получайте, это абсолютно бесплатно, единственное условие, чтобы вы забирали свою объемную скидку, то есть делали 50 баллов, да, чтобы вы получали выплаты на свой уже регистрационный номер, да, свои выплаты, или уже на расчетный счет в банке, да, докуда вы доросли. Вот, далее, значит, ну тут его можно листать бесконечно. Лендинг очень такой обширный, да, очень такой удобный. В нем можно посмотреть каталоги, да, подарки новичкам, да, какие у нас идут подарки новичкам, акции новичков, да, то есть тут стоит видео профессиональное от проекта Faberlic Online. Так, я сейчас поставлю на паузу, да, далее, значит, кэшбэк, хочу начать бизнес, да, то есть, поэтому, конечно, в вашем видео у вас оно должно быть. Загружали мы с вами ролик, который у нас сейчас с вами в творческой студии остался. Сейчас зайдем с вами в творческую студию и обратите внимание на то, что этот ролик у нас, во-первых, заставочку можно изменить, да, тут можно и свой значок сделать, да, это тоже очень так важно, да, и далее вот у меня, как вы видите, автоматом уже все грузится, вот как я это сделала, чтобы это под каждый пост не писать, очень важно понимать, чтобы вы грузили вот это вот дело все, чтобы у вас было намного быстрее, намного удобнее, и каждый раз, чтобы вы об этом не думали, да, значит, смотрим с вами мой сайт, регистрация, да, то есть далее почту я всегда свою даю, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, ссылочка, WhatsApp, Viber, Telegram, чтобы меня люди могли найти, мой канал в Телеграме, далее Skype и группы мои, да, где мы поздравляемся с нашими девчонками, с новыми открытыми статусами и разговариваем о работе и так далее, и так далее. Далее у меня идет 3 хэштега, это мои уже хэштеги, которые я вот, знаете, мне кажется, что хэштег «белый бизнес», да, то есть это говорит о том, что мы все-таки не пирамида, мы зарабатываем официально, мы зарабатываем легально. А далее, значит, мой личный хэштег, что я Кононова Анна, и общепроектный хэштег «Faberlic Online». Да, то есть это минимально нужно сделать, и что я сейчас имею в виду. У нас с вами есть канал, мы с вами открываем этот канал, и тут есть загрузка видео, да, канал, и потом загрузка видео, да, то есть конфиденциальность, у меня всегда стоит открытый доступ. Далее, значит, название по умолчанию, вдруг я забуду что-то поменять, видоизменить, или я буду где-то в дороге, у меня это встанет автоматически, да, вот это вот название, я потом могу его видоизменить и поменять. Далее у меня тут вот как раз вот этот вот текст вставленный, да, вставленный текст, и как раз вот эти хэштеги, все уже автоматом прописано. Если я, к примеру, выпускаю видео по заказу, я тут пишу, допустим, заказ Faberlic, да, вот этот хэштег последний меняю. Если я снимаю пустые баночки, я, допустим, тут ставлю хэштег там пустышки, пустые баночки, да, еще что-то. Если я снимаю отдельно видео, допустим, о линейке Эксперт, да, к примеру, я опять ставлю сюда хэштег Эксперт. Ну, вы, в общем, поняли. Если у меня видео по косметике для дома, я ставлю косметику для дома. А сейчас, значит, я должна поменять это на, по идее, белый бизнес, на путешествие, да? Давайте с вами посмотрим. То есть, таким вот образом я меняю на путешествие. Да, путешествие. Да, ну вот, к примеру, таким образом. А название можно менять, да, после этого. Да, то есть... Да, ну, к примеру, так, выиграй, ну, может быть, допустим, сделай себе подарок,
победи в розыгрыше. В розыгрыше. Да, то есть что-то типа этого. Если у вас есть хэштег в названии, то вот эти хэштеги, они у вас будут неактивны. Но в названии много хэштегов вы не натыкаете, поэтому лучше сюда вот эти хэштеги проставлять. Да? Далее добавить в плейлист. Как вы видели, у меня все в плейлистах разложено на YouTube, потому что очень некрасиво, когда только одни ролики. Да, то есть я вот ставлю, к примеру, действующие акции у меня есть, работа, да, то есть это связано с работой, да, вебинары, обзоры по продукции тоже можно поставить, потому что это акция для любых покупателей и так далее, и так далее, да, то есть она сейчас у нас будет идти каждый каталог 18 раз, 18 человек могут съездить отдохнуть, условия очень простые, да, и после этого, как я выбрала все вот это вот, да, я могу нажать опубликовать. Также у нас с вами есть библиотека картинок. Библиотека картинок. И в этой библиотеке картинок, в принципе, есть достаточное количество фотографий по акциям. Просто нужно вот полистать. Да, как вы видите, тут картинки и от компании Faberlic, и от наших лидеров, и так далее, и так далее. Да, то есть все предельно просто. Вы можете все это брать, постить в свои соцсети. Да, и тут же можно найти, если вы покрутите вверх, не только картинки по акции, но и вот такие вот картинки по путешествию, да, путешествия разные, да, то есть очень красивые есть картинки, да, ну вот давайте я, скорее всего, вот такой у меня еще не было, да, то есть я сохраняю, какой-то путь себе прописываю на рабочий стол и меняю эту картинку, так, сейчас я ее скопирую, так, нажимаю сохранить, да, и вот я бегу на свой YouTube канал и заменяю вот своим значком, да, то есть вот она у меня, эта картиночка сохранилась, да, и вот она сейчас добавится, и вот у меня уже будет вот такая вот картинка, да, то есть минимально мы прописываем все теги, тегов должно быть не менее 10, не менее 10 тегов, да, но как вы видите, тут я очень частенько пользуюсь тегами каких-то знаменитостей, звезд и так далее, да, то есть это, конечно, минимально. Вот, я тут прописала все свои статусы, которые я открыла, да, то есть, ну, статус партнера я не подписала почему-то, да, а нет, подписала, да, то есть обзор, заказ, найти работу, да, то есть это общие такие хэштеги, которые вы можете удалить, добавить, да, то есть, к примеру, заказ удалить и добавить путешествие, да, ну, вы поняли сейчас, тут очень легко, и обязательно нажимайте сохранить. Также вы можете поставить премьера. И когда вы ставите премьера, всем идет оповещение, да, всем вашим подписчикам, которые подписались на ваш YouTube канал и нажали колокольчик, идет оповещение. Вот, ну что ж, я думаю, что все мы с вами обсудили в этом плане. Я думаю, все здорово у нас. И сейчас, да, то есть название, вот, и еще, конечно же, у нас с вами вот еще есть конечные заставки и аннотации, да, я сейчас нажму опубликовать, и потом вернусь к конечной заставке аннотации, то есть у меня все опубликовалось, вот тут написано «Изменения сохраняются», и когда будет написано «Все изменения сохранены», вот конечная заставка аннотации, что вы можете сделать тут, это тоже очень важный такой момент, обязательно, значит, добавить элемент видео или плейлист, вы можете направлять, вот человек посмотрел это видео, и дальше ему выходят подсказки, да, как вы видели, баннеры выскакивают, что ему нужно делать. Вот смотрите, моя премьера вышла, да, вот таким образом у людей, кто нажал на колокольчик и подписан на ваш канал, выходит оповещение на рабочем столе, если они, конечно, на месте, да, ваши люди. Также, когда вы заходите, к примеру, на свой браузер, вот, допустим, вас день дома не было, вам выйдет тут куча целых оповещений, кто что делал, это тоже очень удобно. Так, и ну и давайте смотреть, к примеру, мы с вами обязательно, значит, создадим подписку, да, вот она вот тут вот, да, вот в этот угол я ее постоянно ставлю, да, то есть 4 возможных. Далее, значит, я создаю видео и плейлист, обязательно всегда создаю самое новое видео, да, то есть пусть оно у меня будет вот тут. Далее я опять-таки создаю самое подходящее видео, да, нажимаю создать.
И вот оно у меня вот тут вот будет, да, на выбор как бы. Тут эта окошечко, оно не регулируется, вот это синенькое, да. Вот. И далее я могу добавить элемент, допустим, ссылка на свой сайт, да, но этот сайт должен быть связан, это должен быть блог и так далее, да, то есть Свекросто он сюда не подходит. А далее, значит, добавьте рекламу другого канала, если вам хочется ваших новичков раскачать или еще что-то, пожалуйста, можете добавить рекламу другого канала. И также подписка, предложение. Ну, это я вообще вам не рекомендую, потому что, ну, хотя бы сначала нужно набрать несколько тысяч, может быть, десятков тысяч подписчиков, чтобы кому-то другому помогать, да. То есть пока на данный момент помощь нужна вам, да, в раскрутке. Поэтому лучше всего еще добавлять, создать, значит, выбранное какое-то видео, да, и вот у вас можете ввести ссылку на это видео или сами выбрать, да, то есть это видео. И, к примеру, вот это видео я поставлю, потому что это другое видео от гуру нашего проекта Елены Потаниной. Она у нас телеведущая, проживает в Киргизии, да, то есть у нас проект с вами международный, мы все дружим, вот, и она создает для нас классные ролики, да, то есть этот ролик я уже тоже выгрузила от Елены, вот, то есть таким образом, получается, я сделала 4 подсказки, нажимаю сохранить, вот, я все это дело сохранила. И сейчас, вот знаете, нужно, может быть, даже минуту, может быть, две даже подождать, потому что не всегда конечные заставки и аннотации появляются прям сразу-сразу. И давайте сейчас с вами поговорим, что мы сделали, да? Мы с вами сделали, прошили тегами это видео, да, через редактировать. Мы с вами это видео прошили хэштегами. Мы с вами поставили описание, то есть с нами могут связаться во всех соцсетях, каких вы только хотите. Да, это и еще самое важное, мы с вами сделали конечные заставки и аннотации, да. Также у нас бывает видео, могут быть вот такие вот подсказки, да, добавить подсказку. Где мы эту подсказку добавляем, мы выбираем вот в этом вот месте тоже. Это даже очень здорово, да. К примеру, видео или плейлист, да. Я, к примеру, хочу добавить плейлист, и, допустим, я хочу добавить подсказку курс от А до Я, да, то есть я недавно начала этот курс, провела первый вебинар, второй вебинар будет на момент съемки вот этого данного видео завтра, да, в понедельник. Значит, я нажимаю на курс от А до Я, нажимаю создать подсказку. Вот, и меня спрашивают, где вы хотите ее создать, да, то есть я могу создать и тут, да, то есть как захочу, создаю, да, и получается, вот, допустим, вот где-нибудь вот тут вот, да, я создаю и нажимаю оставить, да, то есть я могу в течение видео, вот она, да, у нас идет, я могу в течение видео нажимать, как вам даже сказать, подсказки там, где я хочу 5 штук, да, 5 возможных. Давайте еще, ой, минутку, да, добавить подсказку. Можно какой-то канал, можно сделать опросник, вот, можно сделать ссылку, да, опять-таки. То есть вот тут идет 4 подсказки, вы можете во время видео делать такие вот подсказки. Получается, допустим, вы понимаете, что у вас, к примеру, люди, особенно если ролик длинный, да, люди не любят долго смотреть, ну, конечно, это не относится к обучающим вебинарам, за 15 минут что вы можете дать, да, только воду, поэтому только костяк чего-то, нужно все разбирать. И потом очень сложно эти мелкие ролики искать по всему интернету как продолжение, поэтому, конечно, вебинар должен идти минимум, как бы, может, 40 минут, час. Поэтому вы можете расставить вот таких вот кучу подсказок всяких разных, и потом человек, если вдруг ему не интересна данная тема, да, вот видите, как он выглядит, да, то есть раз он нажимает, и тут вот у меня идет. И если человеку невыгодно, неинтересно, он может перейти на это видео, да, посмотреть. Вот, и это видео, оно открывается в новой вкладке, то есть
предыдущее видео не исчезает у него, но у него остается в той вкладке, но оно останавливается и ждет своего просмотра. Да? То есть таким вот образом вы можете держать людей на своем YouTube-канале. Я, конечно, подсказками не пользуюсь, но, дорогие мои, это очень плохо, что я не пользуюсь подсказками, я вам честно говорю. Да? То есть также я вам не рекомендую запускать рекламу на своем YouTube, да? То есть чтобы вам что-то выплачивалось. Ну, во-первых, чтобы запускать рекламу, у вас должно быть, может быть, хотя бы там, ну, я не знаю, может быть, там по 5, по 15 тысяч просмотров, да, то есть, и сами понимаете, что YouTube не платит за просмотр вашего видео, он платит за просмотр рекламы, да, допустим, зачем вам отвлекать людей на первых этапах, да, то есть вот, допустим, когда у нас, конечно, там 100 тысяч подписчиков, да, у блогеров, и блогеры, они именно зарабатывают на этой рекламе, да, то есть люди смотрят рекламу, они зарабатывают, они хотят быть красивыми, такими бьюти, девочками симпатичными, да, то есть или там как, про какой-то стиль, еще что-то, они получают именно за просмотр рекламы денежку, да, вот, наша с вами задача обучить нашу команду, чтобы у них получалось рекрутировать в соцсетях, а не получать там $40 в год с нашего там, даже где, может быть, даже $20 в год с нашего недораскрученного YouTube канала, да, то есть получается таким вот образом. Поэтому, конечно, вот это минимально, что вам нужно знать, что вам нужно понимать. Обязательно любите себя, цените свое время и не выгружайте ролики просто так. Сколько раз я говорила своим новичкам: ты написала пост, ты посмотри качество фотографии, ты проверь свои орфографические пунктуальные ошибки, да, то есть опечатка, это люди всегда опечатки прощают, да, то есть, но когда бывают очень грубые ошибки, да, там жиши пиши с буквой «ы» и так далее, да, то, конечно, вы уже теряете подписчиков, вы теряете людей, вы теряете к себе доверие, потому что грамотность — это самое такое, что должно быть у вас на первом месте, и качественное фото, да. Или вы поставите красивую фотографию, или вы поставите размазанную фотографию, да. Вот мы недавно, когда ездили на Бали, да, то у меня были куча фотографий, где я была размазанная, да, но я же их удаляла, я их не выкладывала, я выкладывала там, где фото четкое, да. Вот, где там, допустим, мы жили на дорогом отеле, и у меня как-то раз получилась фотография очень красивая, классная, я там вышла хорошо, но сзади меня шел рабочий отеля с большим черным пакетом, не знаю, может там мусор, может они там пальмы-то вот эти свои обрезают, да, то есть и все это складируют в пакеты, и потом это все вывозят, чтобы пальмочки были красивые, зеленые, да, и я понимаю, что я не могу выложить фото вот с этим человеком с пакетом, да, то есть я пошла искать другое фото, то есть обязательно смотрите, что вы делаете, да, со своими постами, со своим YouTube-каналом. Это все очень обязательно для того, чтобы у вас к вам приходили действительно нормально грамотные люди, которые действительно будут зарабатывать с вами вместе через интернет, которые будут с вами идти рука об руку, а не то, что вы там, да, на постели, что вы где-то там на дне рождения, там, да, в каком-то полутемном помещении, там, с кучей спиртных напитков и обглоданных салатов, да, то есть смотрите обязательно, что вы делаете, как вы делаете. То же самое на YouTube. Люди всегда тянутся к чему-то доброму, красивому, смешному, классному, да, то есть чему-то такому, что им принесет пользу, да, то есть смотрите, чтобы ваши видео, ваши посты приносили людям пользу, да, какой-то развлекательный характер, или какую-то надежду на что-то, да, или полный обзор того, как вы это делаете, как вы работаете, как вы зарабатываете в соцсетях, чтобы у вас уже человек, попробовав по вашему совету, чтобы у него получилось это, да, то есть снимать видео на широкую аудиторию людей, и видео должно быть различное, да, то есть на моем YouTube все по бизнесу Фаберлик, но оно и сверкает разными ракурсами, да, к примеру,
Я могу и провести и планерку, и поздравительный вебинар, и обучающий вебинар, и снять, да, и закачать какие-то видеоролики по продукции, да, то есть у меня как бы, как вам даже сказать, есть люди, которым нравится смотреть обзоры. Ну, обзоры, я честно вам скажу, это мое хобби. Мне нравится рассказывать, мне нравится тестировать. И я там не говорю, что все очень хорошо и все очень здорово. Да, есть продукты, которые мне не подходят, и я так и рассказываю, что этот продукт мне не подошел так-то, так-то, так-то. Вот он сработал там на моем лице, там, да, то есть на моем теле, на моих волосах. Там, этот-то парфюм вот стал не таким, каким вот я вот его ожидала, да, то есть и все такое прочее, то есть я рассказываю правду в своих обзорах, и поэтому меня люди смотрят и уже ориентируются и понимают, что я плохого не пожелаю. Если вы будете просто, допустим, хвалить продукцию Faberlic, то у вас ничего не получится. А если вы будете, вот, кстати, еще так оповещение приходит, но это уже мне пришло с моей Google почты оповещение, что на моем канале была вот премьера, да. То есть, ну, все, я думаю, что подсказки мы добавляем с вами, мы их не сохраняем. Ну и давайте пойдем посмотрим данное видео. Давайте пускать слюни на телевизор. Интернет-проект Faberlic Online запускает грандиозную акцию, которой может стать любой победитель. Езжайте отпуск прямо сейчас. Да, вот смотрите, сейчас должна выйти вот эта вот подсказочка, да, подсказочки добавлены автором, да, то есть человек может пройти и посмотреть, а вот это предыдущее видео, оно остается, да, как вы видите. Вот таким вот образом можно делать подсказки. Так, дальше, поехали-те с вами, вот она вышла, да, очень, кстати, она неприметная, но когда будет время, она выйдет, развернется вот таким вот образом тут, и у вас потом свернется обратно, и вот эта подсказка будет висеть до следующей вашей подсказки, если у вас их несколько, да, я вас научила, как их добавлять. То есть смотрим дальше, вот она, видите, как вышла, красота да я. Вот так это девочки с сайта Век Роста обучаются. У нас с вами новый сайт с января, с 7 января неожиданно вдруг назрел. Да, то есть и таким вот образом, когда мы с вами доходим уже до самого конца, обратите внимание, вот мы с вами добавляли видео, человек может подписаться на ваш YouTube, он может настроить ссылки на соцсети, это самое новое видео, да, это видео, которое мы рекомендуем в этом ролике на постоянку, да, а это... тоже вот видео, да, то есть все три видео, которые мы с вами добавляли, плюс вот такое вот еще, да, плюс подписка на ваш канал. То есть у вас получается, что вы, получается, пока Джахангир тут разговаривает с нами, да, получается, люди уже читают, смотрят, у них есть время что-то выбрать, да, или по работе, или видео, или еще что-то. Вот ко мне пристала же эта бабушка на пенсии, да. Вот, ну что ж, с вами была Коннова Аня, проект Faberlic Online. Если я вам была полезна, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Будем с вами дальше обучаться по YouTube. Вот, то есть это минимальные настройки, пожалуйста, делайте их для себя, любимых, чтобы сэкономить свое время. Потому что, сколько раз я говорила, выгрузили плохой пост, не поставили хэштегов, поставили размазанную какую-то фотографию, и все, и вы потеряли время зря. Да, и то же самое про видео. Выгрузили видео, не проставили теги, хэштеги. Да, вот они, видите, наши с вами хэштеги. Все, вот не сделали название, не прописали теги, не сделали описание, как человек вас найдет. Он никак вас не найдет, а так он проходит, нажимает и может зарегистрироваться ко мне в команду, ознакомиться со всеми важностями и со всеми подробностями, да, то есть вот о чем я с вами сегодня и хотела поговорить, потому что это ошибка многих директоров на проекте, не только топ-лидеров, не только новичков, вот, поэтому, конечно, да, смотрите видео и обязательно любите себя, цените свое время и не работайте впустую. Впустую работать, я думаю, особо никому не нравится. Всем пока-пока!